Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на обзоре мы рассмотрим монету номиналом 25 рублей. Это новое пополнение в моей коллекции. Это монета, посвященная российской и советской мультипликации, такому герою российской мультипликации, как дружок мультисериала Барбоскины. Вот такая вот монета. Монета у нас выполнена в блистере в специальном исполнении. Тираж данной монеты составляет 150 тысяч экземпляров. Это уже на сегодняшний год, ну, на сегодняшний день увеличенный тираж данных монет. Обычно эти монеты выходили тиражом в 50 тысяч экземпляров, но решили советскую мультипликацию российскую сделать немного большим тиражом. Но не знаю, продлится ли это, или это просто данная монета вышла таким тиражом из-за ее популярности, ну, из-за популярности данных героев. В общем, также у меня на канале есть обзор на обычное исполнение. Это у нас специальное исполнение. Стоимость данной монеты на сегодняшний день составляет 250-300 рублей. Ну, это если нормально покупать, не переплачивать. Ну, можно найти за 250, за 300 рублей. Вот такая вот монета. Официальная продукция производителя Московского монетного двора, госзнак. Вот. На реверсе у нас изображение героя данной мультипликации. Это, собственно говоря, герой-дружок с мечом в лапе и на фоне ворот. Красивая, интересная монета. Зеленое такое интересное оформление. Красивое. Здесь у нас изображение герба Российской Федерации. Также написан знак монетного двора. Это Московский монетный двор. Номинал монеты. Российская Федерация написано. Монета в идеальном состоянии, в блистере, так как ее в таком состоянии, в каком она вышла с завода. Я считаю, что цена на данную монету вполне нормальная. Это в районе 250-300 рублей. Кто еще не обзавелся данной монетой, рекомендую данную монету приобрести. Кто планирует собирать, коллекционировать такие монеты. Блистеры, плюсы блистера в том, что монета не портится под внешними воздействиями, то есть он полностью в пластике, и ничего монете, ну, не угрожает, не страшно. Ничего монете не страшно. Вот такая вот монета также есть в обычном исполнении. Видео у меня есть на канале. Кто хочет, может посмотреть. Вот. Ну, на этом все, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и всем до скорых встреч.